А я думал, это ракета, а это конец. Привет! Витёк на экране, и сегодня, собственно, как всегда, каждую неделю колеса. Сытко, дитком, чатиком. Сегодня я, по-моему, не принес вам никакого друга. Ну и ладно, можно и без друзей дополнительных, да, поиграть сегодня. Итак, поднимите ваши лайки во славу этого видео, а мы пока отправимся к тому самому незабвенному. Все старающимися сделать уровень каждому моему выпуску Влад Бочару. Он, конечно же, Влад, как вы можете понимать. Фамилия у него Бочаров, видимо. Без комментариев. Просто взял и выпилил уровень. Погнали! О, щит! Дубль 2. В прошлый раз я сказал, было бы круто, если бы я падал в сортир, а не в непонятную колбу. Вот. Воплотил мои мечты, как говорится. Ладно. Ну, это продолжение реальных имен игр. Да как так-то? Это уже было. Что за чит? Detroit Become Human. Айзек. Вирейн. Майнкрафт. Мина. Papers, Please. Что-то еще будет. О! Half-Life. Это жизнь. This is life. А это Half-Life. Пол жизни. Rock of Ages. Идут года, а камень все лежит. Вековой камень. Понял. Counter-Strike. Ребят, каунтер это счетчик по-английски. Какой-то счетчик. Это удар счетчика. Счетчик насчитал 1337 и ударил, собственно. Counter-Strike. Так, искудали шутки, ладно. Ждем дальше. Может быть, будет больше. Ну, Counter-Strike хорошая была. А, у нас еще, кстати, сегодня, как обычно, почему-то битый тапок. Битек тапок. Bottle Flip for VP. Привет, Виктор. Я делал этот уровень очень долго. Надеюсь, тебе понравится. Спасибо Google Транслятору. Ё-моё. Хрена себе тут намансил. Что с цветком? А, кстати, сегодня Тролл УЦ придет к нам, интересно. Какие-то очки можно, да, выбивать. Значит, упор-то незабудка соплюху пускает. Я забыл даже... Во-во-во-во, 80 лайков выбил. Фига себе, это дождь из лайков, ребят. Срочно дождь из лайков надо устроить под этим видео. Одна бутылка не смогла. Сейчас попытка номер два и... Да что такое-то? И... Да выбей ты сотку уже. Не узнал? Тя! Витя Б, охренеть, прикольно. Я прям как чувствовал. Я как чувствовал. Я знал, что он придет. Это же он. Тот самый Тролл С. Я хочу остальные числа выбить. Ой, разбилось. Требую добавки. Наливай. Упс, разбил. О! Гусь упоротый! Да-да, помните это, да? Я прям... У меня этот кадр перед глазами, когда он взял трубку эту. Надел бантик и такой там гусыню. Стоит вот так вот. Нахлестывает. О, жесть, это было весело. Да что же я все в непонятную цифру-то кидаю? Даешь 30-ку и 65-ку. А, Витя Б опять. Как бы не пришлось заново играть в этот уровень, чтобы открыть неоткрытое. Фига себе поставил. Да ё! Я победил. Надо, ребят, еще разок. 65 и 30.
Обязательно. Внизу, смотри, кролик там упоротый. ВП, вон там я справа снизу был, оказывается. Я даже не заметил с первого раза этого. Да ё-моё. А, дубль. 65 и 30. Вот сейчас бы в 30, если бы сейчас ударил бы, был бы вообще ор. О, там меч-маяк! Меч-маяч, это маяч! Ребят, там маяч, ты воплотил маяч. Ну ты дал. Он взял маяч, сделал. Ну это совсем недавно уровень сделал. Маяч-то я потому что рисовал буквально... Недели не прошло, как я маяч рисовал. Он уже в уровень это запилил. Лайки! Троллцы! Где мои тридцатки? Тридцатку! Тридцатку давай! Лучший меч, да. Я долго его рисовал. Вы теперь про гаечный ключ будете рассказывать, про крутой. Кто знает, мы вчера снимали. Их мимо. Ну попади в 30. О! Что это, Айзек? Да, это Айзек с хаосом был. Все, ребят, я все нашел. Фух, хорош. Мне понравилось, прикольно. Прикольно, когда именно цель есть куда-то попасть, чтобы какой-то арт выскочил. Клево. Молодец, молодец. Ты реально, вот, вы чувствуете, человек старается. И охрененно реально у него все круче и круче уровни становятся. Мне очень нравится. Мне очень нравится. Давай, давай, пили. Пили и еще. У кого-то звука нет, кричат в чатике. Ну, почините там как-нибудь. Я не знаю, включите просто звук на устройстве, например. А я пойду... Теперь по теме гулять. Влад Креатор. Пога плюс Артс. Привет, Витек. Плей, это мой первый уровень. Как так? А тест? А, ладно, это тест. Если ты не сможешь пройти Пога файт, тогда возьми вертолет. А! То есть ты мне дал вариант, чтобы посмотреть арты, дать вертолет. Ага. Что здесь? А ты смотри, что я нашел. Я нашел здесь пиццу. О, ну даже я не финишировал. Я не кончил. Пиццу съел, но не кончил. Пиццу съел, но feel myself bad. Фига себе, я прыгнул иллюминатом на шею. На, грызи их. Good luck. Ё-моё, фанат БТСа. Эки тебя... Ашот? Почему Ашот? А, мина! А, Ашот! Ашот, твою ж минную задницу! Что произошло? Вот тут минами все изросло. Ладно. Вправду странно, согласен. Мина у Ашота. Ашот, давай. Да что ж ты сделал-то, Ашот? Ты все испортил. Как мне теперь эту мину жахнуть? Давай арбузиком. Ой-ой-ой-ой-ой, написал жопой! Арбузиком. Ну да, кто-то с задницей арбузиком называет. Ну, особенно своих любимых. Ашот Камшот. Ашот, пошел. Во! Арбузик-то топчик, оказывается. Злая туалетная бумага. А там дальше, наверное, злая пачка гречки будет, судя по всему. Пошли посмотрим. Хопа, тетя Зина. Ра-та-та-та-ра. Приходит из магазина. И... Так, пентаграмму нашел. УЦ. Несколько артов. А кто не поставит лайк, к тому приду ночью. Так, ладно. Обработали. Зомбировали. Внизу ру написано. Мако! О, Стас! Фига себе, Стас-то у нас тут дебает, смотри. Такой. Нормально. Ноги, конечно, у него клевые. Он вроде акула, но ноги вообще лютые. Вы видели, какие у него ноги? Такие прям. Лайкос, слушай, прикольно. Обязательно в следующем уровне злой пакет гречки сделай. Мне нравится. Поэт-лучник. С уровнем Австралия Пога Файт.
Поэт лучник, погоди, ты же вроде делал раньше уровни, но это было так давно. Совместимо с устройством Витёк Плей версия 1.0. Привет тебе, to you, hello to you. Добро пожаловать в австралийский Pogo Fight. Австралийский, в смысле, он кверх ногами, да? Вы же знаете, что в Австралии все кверх ногами. Как они в туалет ходят, до сих пор не понимаю. And I'm sorry if I offended the Australians. А, прошу прощения у австралийцев заранее. А если ты Витёк Плей, тогда иди к Go to Top. Куда идти? Куда ты меня послал? Не, сюда, видимо, да? Я же Витёк Плей, мне... Усёркал, понял? Приходишь в туалет и давай там усёркал. Воу, ух ты ж! Фига себе, ты мне сейчас погу сломаешь. Ой, отпрыгнул, а? От усёркала этого. Ну ты усёркал, а? Обусёркался тут. А чё, всё, конец? Я понял, это конец. Я думал, это усёркал, а это конец. Jet for Pro. Я про, ребят? Я же про. Мусорщик. Чувак с топором. Маленькая миска. Ого, стена эльфов. Ой-ой-ой, ой, страшно. Ой, о-о-о-о-ой. Странно, вроде в Австралии должны наверх все падать. Ты кто? Stand on hands. Стойка на руках. Бумбоксер. В Австралии клево, мне нравится. Боже, действительно бумбоксер. Вот это сейчас обосратушка была. Бумбоксер. Полетели. Недалеко улетел. Человек-топор. Самозарезающийся. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, а как мне это пройти? Эту занавеску из эльфов. Опа, 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 смотри, обезвредил. Так, ладно, это нормальный чел. А, вон там минус была, действительно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, сейчас что-то будет, сейчас жахнет же. Вау, ноги ушли. Сейчас посмотрим, куда они ушли. Да что ж ты, как ты, как туда пройти-то? Фига себе, женщина. О-о-о-о, женщина, что вы делаете ему? Воу-воу-воу-воу, не-ну-не-ну, ух, фига. Какая, не смотрите туда, мальчики, девочки, завидуете. Опасно! Пузико почесало, да, зачесало пузико до смерти, аж ноги, руки отвалились. Согласен. Это австралийцы поставили дизлайки на этот уровень. 100%. А мне понравилось, поэт-лучник. Ты молодец. Попка Д ин ХВ. Говорит, три последних уровня давай. Но они, кстати, нормально у тебя. ВП мемс, Bottle Flip. О, слушай, Bottle Flip с мемами. Давай прям по очереди. Мой первый не рофл уровень. А до этого что было? Какашка, маяк. Жаба, ВП, ну-ка давай посмотрим. Вау, да ладно, реально, смотри, рисует. Активируй все, чтобы выиграть. Жаба. Это что такое? Пикунику, Суце? Я жабу выбил, ребят. Пику. Прям отлично пока игра идет, а. Нам или лепеху выбьем? Гугл лепеха. Ой-ой, в космос. А там что-то есть, кстати, на той стороне. О, Стас появился? Он давно здесь? Я только сейчас его увидел.
Оп. Я выиграл. Да? Нет, я не выиграл. Печально. Ладно, давай ускоряемся. Вообще-то там должно было быть что-то другое. Упс. А! Надо было отразить нападение мечей, я понял. О, маяк! Я активировал маяк. Оу. Ну, зачем ты это сделал, а? На, тебе 4 за это. Нельзя мечи рисовать тут. Эпик. Рибурараси. Ну и ники. Уровень Tabs Pogo Fight 1-1. Новая музыка. Ё-моё. Что с моей погой случилось? Tabs. Что это было, пух? Я Барберина проскочил. Арчер. Не попал, не попал. Рокс Ровер. Не попал. Бон Мейдж. Босс. Не попал, не попал. Чем мы занимаемся с Бон Магом? А! Ха-ха, не попал. Не попал, не попал. Новая локация, Сахара. Так, это боевая, наверное, пирамида. Что за звуки страшные, а? Дети Новерейт напоминает слегка. Опасно! А, ну да, я залетел в пирамиду. Минималити, Сахара на минималках. Так, а что там за секретка такая была? Погоди, погоди. Ой-ой-ой. Там же была секретка, вы помните, да? Я там нашел секретку одну. Специально. Это он, наверное, для себя сделал, чтобы путешествовать быстро. Ага, ага, ага. Оп, аж жопу разорвало. Мячики, пог... Ого! Где это я? Босс файт. Самые сексуальные катапульты в мире. XXX катапульт, ребят. Чё в нем такого? То, что он шарами кидается, что ли? Странно. В тёмную зону попал. Фига себе, я его снес. О, ты добрался сюда. Password to the neon if you died. Треугольничек. Если там что-то рвануло. РПГ, в меня из базуки стрельнули. Я не знаю, еще и кинули базуку потом. Ай-яй-яй, ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй, страшно. Сейф зон. Ху-ху. Как прохожу, а? Фига себе дерзко. Файтмен. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Как выйти? Боже, страшно. Выпустите, пожалуйста! Меня хотят убить! Я еле выжил! Музыку можно выключить, наконец-то! Выключи! Выключи! Не работает! Жесть какая, куда я попал вообще? Самый мой страшный большой кошмар. Это панелька, чтобы прыгнуть... А, прыгать на босса, да? Мама. Не туда, что ли, надо? Как я это могу сделать? У меня культяпки застряли в поге. Ха-ха-ха-ха! Пораскинул мозгами перед боссом. Что-то жесть какая-то вообще, но вообще достойно. Я чувствую, ты поработал солидно на этом уровне. Я не буду второй смотреть уровень. ВП Pogo Fight Good тут еще какой-то есть. Хотя, елки-палки. Столько лайков стоит. Пошалка. Вот, а говорят, это не пошалка, это пасхалка. Это пошалка. Go back. А, типа и пошалка меня высрала обратно. Прикольно. Лет сбухать.
Опять это домашка. Понятно. Школьники. Купил арбуз. Арбьюз. Арбьюз купил. Отдай мне. Качал Майнкрафт. Что происходит вообще? При чем тут это? Что это тут было? Шаурминистр. Шаурминистр. Трудовик. Трудовик с топором. Нет? С деревянной киянкой. Че за бред я вижу. А это что? Мама жесткие. Жожо референс. Она что, бухает, что ли, жестко? Че она, мама жесткие? Роуп свингер. Пошел вон отсюда. Роуп свингер. Странный уровень. Ну, Жужо референс сразу 5, ребят. Без вариантов. О, пошли, что ли, в лучшее за неделю зайдем, а? Майнкрафт квиз версия 2. О, ребят, ну я ж, вы ж знаете, я топовый майнкрафтер вообще. Без единого видео на канале по Майнкрафту. Но я топовый майнкрафтер. А что надо сделать-то? Давай начнем. Question number one. Какая кирка лучше собирает обсидиан? Жми здесь. Даймонд. Конечно же. Меня сложило пополам. А как ты делаешь флинт энд стил? Зажигалка? А, ну тогда, конечно, айрон ингот. Зажигалка. А что это? Это ТНТ. Динамит блок. ТНТ блок. ТНТ блок. А ТНТ это не динамит разве? ТНТ блок. Дом 2 блок называется. Sorry, shape limit. Ой, да ладно тебе, shape limit. Какой shape limit? Мне такие уровни рисовали, что прям охреневать можно. А у него shape limit, блин, на 3 вопросов кончился. Это ты, ну, бас, вообще не умеешь в Майнкрафт. Два тебе. Чужие? Хрена себе, на велосипеде, на вертолете. А! Дропнула. И я сразу за пашхалкой. За пашхалкой. Ладно, пашалки тут нету, разгоняемся. Чужие! А! Кто это? Что это? А! Это чужой! Почему? Это действительно чужие. А, они селфи делают. Они в эти играют. Ладушки, ладушки. Или как они там называются? Ням-ням-ням-ням. Как эта игра называется? Боже. Потом там еще так, 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 так. Как там через подворот, через ногу, через затылок. И на пришельцы. Как эта игра называется? Скажите мне. Ладушки все-таки, ладушки. Ладушки, да, я правильно понял. А как на игра, называется игра, когда ты типа это блинчики готовишь, готовишь и сверху так пш, тоже ладушки? Или это как-то по-другому, это блинчики, наверное, называется, да? Или ладушки. Играли, да? Играли тогда? Тыч по рукам. Save me. У нас такие ладушки, это пароль, говорит. А это что такое? Что с ней случилось? Она висит. Она спортом занимается. Видали, 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 уголок делает. Хоп. Видели? Смотрите, еще раз сейчас покажу. Хоп, уголок делает. Пытается уголок сделать. Спорт. Что это было? Что это было, пух? А! Ну это вообще воу! Сейчас сделаем. Кого там зависает? Кого зависает, пусть отвиснет, как говорится. Дж. Лечу, лечу. Обмануть хочу. Опа, взлет. Давай, 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 давай. Дж, 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 дж. Женщину. О, видал сальтуху, какую ей дал. На, я спас инопланетянина. Так. Не трогай моего соседа. Давай, сосед, быстро пошел отсюда. Варзон, аэропорт, боевая зона, говорит. Давай в боевую зону. Что здесь происходит? Ух. Ага. О, война! Что это происходит? О, это зеленые против фиолетовых. Понял. А, так это пришельцы!
это пришельцы. Ну, в смысле, это было понятно, что это пришельцы. Я в смысле, что это пришельцы, они устроили, как это, помните, «Чужой против хищника», там, где они, зона действия просто, они на земле войну ведут и все. Вот то же самое, здесь у пришельцев они просто воюют на земле. А люди, они так попались. Вон, смотри, какие красавцы. А? Супер. Триплюксин. Триплюксин какой-то. 50 секунд ровно. Угу. Уяснили, как надо играть в уровне? Попробуйте, сыграйте в 50 секунд ровно, я посмотрю на вас. Это GTA Online? А, это GTA Online вообще, точно! 5 погофайты. Пи! О, уровень про то, как правильно... О-хо-хо! Фига себе! Вот это струя! Послабее давай. Посильнее давай. Бжи. Ура! Идеально! Это прям превью, ребят. Это прям превью. А, так, что это такое? Get past the bear. Попади в прошлое, медведь. А, пройди через медведя, и ты выиграешь. Сейчас, погоди. Мишка, я взлетаю. О, Мишка, не дави мне на ножки. Воу! Ну ладно, я перелетел. Ну это довольно легко сделать. Ага. Упс. Ха-ха-ха! Не, ну это вы видали, а? Видали? Сальтуха сквозь медведуху. Что-то как-то... Ой, что-то как-то нормально, мы уже с вами поиграли, оказывается. Все, заканчиваем. Спасибо за внимание, ребятки. С вами был Витек. Не забывайте, что я все так же прошу вознести ваши пальцы вверх и бросить их на это видео. Прям вот так вот накидать все, что есть, пальцы вверх. В описании ссылочка на плейлист, на группу ВКонтакте. Делитесь с друзьями, добавляйте плейлисты. А также в описании ссылочка на все игры, которые я играл. Надо все-таки его пофиксить, этот плейлист. Ну ладно, разберемся. Пока-пока.